У нас эпидемия мотыльков. Убивать их, я извиняюсь, нельзя никак. Их можно только смывать. Вот, потому что они после себя остаются едкие, плохо отмываемые, зеленые цвет. Ну даже смывая их, они возвращаются все обратно. Ребята на лодке не могут подойти, потому что у нас эпидемия на судне. У них-то относительно все хорошо, они под мотором и могут это все сдуть. А мы в карантине. А мы в карантине, вот.